В этом видео на Моголь ТВ вы постараетесь решить 6 головоломок разной степени сложности. Если вы сможете решить 4 и больше, то это значит, что ваш уровень интеллекта выше, чем у 80% населения планеты. В комментариях обязательно напишите, сколько из 6 головоломок вы решили верно. Номер 1. Для начала проверим, насколько вы сосредоточены и внимательны. В данном случае нельзя ставить видео на паузу. У вас будет только 5 секунд на решение. Посмотрите на картинку и найдите на ней букву Т. Ставьте лайк, если вы нашли букву Т на этом месте. Переходим к более сложным головоломкам. Номер 2. На решение этой головоломки у вас будет только 7 секунд. Ставить видео на паузу также нельзя. Итак, условия. У мужчины есть брат. Когда ему было 6 лет, то брат был вдвое младше его. Сегодня мужчине 70. Сколько лет его брату? Уверен, нашлись те, кто ответил 35 лет. Но это, разумеется, не так. Когда мужчине было 6 лет, его брату было в 2 раза меньше, то есть мужчина старше своего брата на 3 года. Значит, его брату 67 лет. А сейчас загадка по физике. Смогут ли два танка остановить летящий танк выстрелом? Для реализации этой загадки мы выбрали War Thunder из-за реалистичной физики и стоимости игры. Она бесплатная. Кто захотел сам попробовать, ссылка на War Thunder есть в описании к этому ролику. Перейдя по этой ссылке, можно получить крутой подарок. Номер 3. А сейчас детективная загадка. В банке случилось ограбление. Охранник рассказал, что когда услышал сигнализацию, то взял деньги и побежал с ними к запасному выходу. Но когда он подбежал к нему, дверь неожиданно распахнулась и ударила его по голове. Когда он очнулся, то денег уже не было. Почему же в итоге охранника арестовали? Чтобы решить эту криминальную загадку, нужно либо знать основы техники безопасности, или просто подумать логически. Запасные выходы делают для экстренных случаев, поэтому логично, что двери там всегда открываются наружу, а не внутрь. То есть охранник просто соврал, его не могли ударить дверью, когда он находился внутри здания. Номер 4. Думаю, все знают, как выглядит покемон Пикачу. Найдите его на этой картинке. Можете поставить видео на паузу и посмотреть как следует. Итак, найти Пикачу на этой картинке совсем непросто. Вот правильный ответ, если вы так и не смогли найти его сами. Номер 5. А сейчас еще одна детективная загадка. В январе была ограблена дача. Сосед рассказал полиции, что когда он услышал странные звуки из дома соседей, то пошел на их участок, подошел к дому, подышал на заледеневшее окно и увидел внутри дома следы ограбления. Внимание, вопрос. Почему в итоге полиция арестовала соседа? Как известно, разгадка любого преступления в деталях. Сосед сказал, что подышал на заледеневшее окно и увидел следы ограбления. Но по законам физики окна зимой леденеют изнутри дома, а не снаружи. Так что сосед соврал. А сейчас стресс-головоломка на внимательность. Найдите 8 отличий. Большинство зрителей найдет только 7 отличий из 8. Правильный ответ пишите в комментариях. Те, кто решил поиграть в War Thunder, ссылка на игру и подарок есть в описании под этим видео. Игра весит мало и работает на всех ПК. Ну что, нашли все отличия? Номер 6. Слушайте условия загадки. Грузовик ехал в деревню. По дороге он встретил 4 легковых автомобиля. Сколько всего машин ехало в деревню? Если вы были внимательны и логичны, то дали правильный ответ. В деревню ехала только одна машина. Это и был грузовик.
Не забудьте написать в комментариях, сколько из 6 головоломок вы решили верно. Еще больше интересных познавательных видео на канале Моголь ТВ. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и не забывайте оставлять комментарии под видео.